посередине поля остается. Давай, ура! Давай, братуха! Вообще ништяк! Сука! Вообще! Нормально, так адреналинчика! По красоте! Опа, нихера себе, сколько снежка-то! Опа, ничего себе! А что, красивые места, да, у нас здесь, друзья? В принципе. Считаю, прикольно. Так, ну что, мне вот здесь вот только между этими остается пробираться. А все, а вот здесь вот стопе. Ну здесь я дойду как бы. Вот это трешняк. Вот это был трэш про дубас. Реально трэшевый был про дубасик. Фу, блин. И вообще прям жарко стало так. Камера пишет, не, ну мне прям реально стало жарко. Очень. Смотрите, вся люлечка. Вчера только мотик блестел вечером. Че там ты, девятый пар, не греешься? Холодная, как лед. Под ногами тает лед. Девятая пара прет, да? Так, ну вот, ребята, березы. Сейчас пойдем собирать березовый сок. Жалко, что сегодня опять, как, конечно, это, как сказать, такая моносъемочка. Бутылочки чистые, хорошие. Так, берем бутылочку, берем шуруповерт. Что я могу сказать, друзья, насчет Урала? То, что как ни крути, хоть как, короче, его старайся не мыть, чтобы он блестел у тебя постоянно. Конечно, движок я стараюсь всегда содержать в чистоте, как и весь мотоцикл, как и всю технику, которая у меня есть. Стараюсь содержать максимально чисто. Но вот насчет Урала, вот как ни крути, он все равно хочет залезть в грязь. Он любыми способами хочет залезть в грязь. Вот что с ним не делай, вот. Он хочет где-то там, не знаю, попрыгать по оврагам, попрыгать по полям. Вот чё, хоть чё не делай, блин, хоть как старайся, не старайся. Он хочет подрать ветками лобовик, он хочет подрать ветками люльку, там, крыло. Реально, вот чё не старайся, вот он сам просит вот это вот. Он этого сам просит. Вот, ребят, я ищу такие березки, да, чтобы набрать березовый сок, очень далеко от трассы. Потому что сок березовый должен быть чистый. Вот. Как говорится, здоровье, залог успеха. Вот здесь три, это целая семья здесь, наверное, растет. Да, но там одиночная. Ну, та березка уже, конечно, так пошорканная. Ну что, попробуем? Так, бутылку я взял. Это я взял, короче, набирать шланчик. Вот, что я еще взял? Веревку взял, чтобы привязать. Блин, сегодня ветрище такое, наверное, с той стороны надо будет. Потом я взял шуруповерт и сверло. И за место надо будет, когда я приеду, надо будет отверстие вот это вот замазать. Отверстие надо будет замазать, да? В этом. В дереве. Так, ну мы будем вот отсюда делать. Вот отсюда. Потому что ветер у нас дует оттуда, чтобы бутылочка не бутсухлась. Вот я не помню, на какой высоте делать-то надо. По-моему, пониже, что ли. Или метр должен быть. Не знаю. Может быть, вот так вот. Не знаю.
Может быть, вот здесь вот. Блин, без понятия. Вот насчет этого не знаю. По-моему, где угодно, где идет, там и вешают вроде бы так, да? Некоторые вешают повыше. А смотрите-ка, здесь проволока, ребята, офигеть. Смотрите-ка, здесь проволока на ветке. Фига себе, значит, уже сюда вешали березовый сок. На самом деле, только следов вообще нигде нету. Ну да, где-то, значит, вот так вот. Вот. Есть березовый сок? Что-то кора вообще, это, древесина вообще сухая. Значит, рано еще, да? Не потеплело. Или он не сразу пойдет? Уже маленечко мокренькая, но все равно, блин, что-то нету. Так, замазка у меня там лежит, надо будет замазать тогда. Пока нет березового сока. А давайте попробуем пониже. Такая же сухая древесина. Вы, ребят, не переживайте, я это все замажу, чтобы сохранить дерево. Не, вообще тишина. Значит, рано еще, друзья. Давайте попробуем другую березу. Вот это вот помоложе. Да, скорее всего, рано еще, блин. Еще только, блин, апрель месяц только начался. Первое перелили, что-то. Ладно тогда, друзья. Березового сока пока нету. Да. Так, ну что, друзья? Вы готовы к лютому продубасу через поля? Сейчас я попытаюсь здесь проехать. Обратно. Хотя я уже здесь проехал. Вот. Сейчас я буду пытаться проехать обратно. Но это на самом деле увлекательное занятие. Такое очень увлекательное занятие. Еще маленечко движок прогреется. Я маленечко здесь отдохнул, постоял. Вот, и давайте поедем. В общем, березового сока здесь нет. Пока еще рано. Ну что, друзья, поехали. Камера пишет. Батарея уже на исходе. Что-то не поменял батарею сейчас. Что-то как бы, ну... Нихера себе. Нихера себе. Вот по полю вообще прикольно кататься. Вообще трешняк. Вообще кайфово, ребят. Опа! Муравейник. Муравьи, наверное, там. Блядь, сука. Извиняюсь, отмах. На первой передаче, ребят, на 9-й паре. Вообще просто шикарно. Едет. Вообще прям чётенько так, кайфово. Посреди поля, да? Вообще же кайф. Не-не, на самом деле, ребят, вообще кайфово. Адреналинчик. Опа, ничего себе. Thank you.
Вот они, продубаши по бездорожью. Давай, 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 давай. Вообще трэш. Вообще нормально, да? Вот там вот, ребят, я застрял. Мы это уже видели. Вообще прикольно, по кайфу вообще такие покатушки, вообще кайфовые. На второй 75 идет, блин. Давайте на первый лучше. На первый хоть можно джазу подать. Блин, страхово! Блин, реально страхово, пацаны! Я